Жителям Таиланда придется ждать новых демократических выборов в стране не меньше года. Военные, захватившие власть, считают, что столько займет переходный период. Генерал Прают Чаноча заявил в пятницу, что страна не готова к голосованию, поскольку политические силы разрознены и разделились на несколько лагерей. С таким мнением согласны не все. «Это слишком медленно, — говорит местная жительница. — Я хочу выборы скорее, потому что их и так следовало провести давно. Уже несколько месяцев ждем». Военный переворот, по мнению многих, обнажил раскол общества на тех, кто поддерживает роялистов, и сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата. «Даже друзья здесь не сходятся во взглядах, — говорит житель Бангкока. — Поэтому мы просто не говорим о политике. Если заговорим, начнем драться». Несмотря на комендантский час и запрет на массовые сборища, небольшие группы протестующих против власти военных все равно появляются в Бангкоке практически каждый день. В пятницу военные торжественно отметили победу, запретив жителям страны собираться по этому случаю. В выходные оппозиция планирует провести массовый митинг против военного переворота. Власти готовятся обеспечивать безопасность силами солдат и полиции.